С сегодняшнего дня открыт набор в молодежный парламент города. Шанс получить мандат и стать юным депутатом есть практически у любого желающего, подчеркивает Сергей Хоменок, председатель нынешнего молодежного парламента. По его словам, достаточно иметь огромное желание и нереализованные проекты, как улучшить город. Критерии как таковые для установлены там симпатичный человек или с интеллектом IQ там выше там какого-то процента нет совершенно. Я думаю, что это реальная работа, это действительно работа в молодежном парламенте, это не развлечение. Работа для людей, которые целеустремленные, которые хотят что-то изменить не только в себе, но и вокруг себя, которым не безразлично, как развивается наш город. Тем не менее, критерии отбора кандидатур все же есть, и они немного отличаются от прошлогодних. Во-первых, снижен возрастной ценз. Теперь юный парламентарий должен быть не моложе 14 и не старше 30 лет. Он непременно житель Волгодонска, не судим и не избирается в других округах. К тому же в этот раз сократили число мандатов – 25 вместо 38 по количеству депутатов городской думы. Депутаты призывают всех желающих стать юным политиком прийти к депутатам своего округа и оставить заявление.